Всем привет! И сегодня к нам в краткий обзор попала игрушка под названием Mappy. Итак, в нее можно играть вдвоем и одному 84 года. Ну что? Опа! Так, мы играем за эту мышь непонятную. Блин. И наша задача, короче, избегать вот этих скоростных мышей. Да ёлки-палки. Так, и собирать вот эти какие-то картины, вещи. Гейм овер. Ну что, начнем еще раз попробуем. Дайте нам шанс. Оп. Опа, поубивал. Две мыши, короче, минус. Или это какие-то маленькие коты. В общем, мигающие двери, типа... Какие-то убивающие. Так, ну что? Я украл уже. Блин. Чуть этот меня не споймал. 1000. А, я не выиграл. Блин. Ну, в общем, наша задача собрать вот эти все штуки. А нет, ну я прошел. Прошел, это второй уровень. Тут же уже у нас все по-другому. Как мы видим. Ну что, вот такая вот игрушка под названием Mappy. В принципе, можно в нее поиграть, убить какое-то время. На этом наш краткий обзор закончен. Всем пока, до новых встреч.